Привет-привет, мальчишки и девчонки! Наверное, вы все помните сказку о Золушке. Помните? Нет? Тогда срочно прочитать. Вот если вы вспомните эту сказку или прочтете ее вечером, вы наверняка услышите о волшебной тыкве, которая превратилась в прекрасную карету. И сегодня мы с вами попробуем эту тыкву нарисовать. Но, конечно же, мне понадобится ваше отличное настроение, ваши ручки и ваша фантазия. Начнем!